Привет, Лудоман Лудоманочки. Зашел поиграть в зал игровых автоматов Gold и выбрал игровой автомат Гном. 80 тысяч у меня депозит, 700 рублей ставочка. Такая разминочная, нормальная ставка. Давайте попробуем. Я попробую, а вы посмотрите, что у меня получится. Ну, вообще в идеале 1150 минут через 10 иметь на счету. Вот это было бы прям так достойно. Достойный заход, блин, в казик. Тем более я в голд месяц, наверное, не играл. Вот только сейчас начал. Буквально моя вторая игра в этот клуб. Не хочу никакую сыгровку, хочу бонуску пройти полностью. Соскучился уже. Гном вообще очень красивый слот. Красиво разрисован. Бонуска у него довольно-таки такая стильная, продуманная. Две попытки там на бонуске, ошибку можно сделать одну. Ну, смотря по какой ставке играешь. Еще 200 не пробивает. Надо задуматься. Не нормально, все в порядке, пробивает, показалось. Текс. По 700. Ну, с игровок я хочу сказать, прям таких сильных нету. Вот по 1000 дает. По 1000, по 2 и все. По 3, по 5, по 10 даже речи нет. А вот и бонуска по 700 рублей. Ладно, мне и не надо сыгровки. Смотрите, какая красота, а? Глянь, раз. Ой. 3. Раз. Жижа, блин. Болотная. Ой, красотища. 7000. Ой, молодец. Ну давай проход уже, ну давай. Блин, не дал, чуть-чуть. Ладно, сколько денег? 9800. Так, ребятки, ну что я хочу вам сказать, что пока все нравится. Пока все нравится. Так, возможно, есть смысл 9. О, не, все нравится, ребята. Ладно, беру свои слова обратно. 100 тысяч сыгровка. Ха-хай. Да есть же, есть. Сюда эту беброчку, ребятушки. 100 косарей. Вот так вот. Вот и все. Как я и хотел. 150 штук. И бонуска еще. А что, он сломался сегодня? Видите, как, что значит месяц не играть в казик? Вот это казик Gold. Я не заходил месяц. Смотрите, как он соскучился по мне. Ля как дает. Вот это наваливает. Вот это сыпет. Ну ладно, ну не бывает такого, что ты сделал занос на 100 тысяч с игровку. И тебе навалило бонуску, да еще с проходом и еще 100 тысяч дало. Так не бывает. Я прекрасно понимаю и не требую ничего. Я вообще, ну, в шоколаде сегодня. В школу не иду.
Неделю теперь. Гля, он играет и играет дальше. Ну ладно. Я не против, давай, играй. Может, до 200 тысяч добьем? Да, ребята, зал игровых автоматов — это Gold. В телеграм-канале по ссылке в комментариях оставляю вам всегда бонусы и промики на реальные деньги. Бесплатные фриспины в игровой автомат 100 штук. В игровой автомат Resident. Заходите, забирайте. Для тех, кто играет. Кто не играет, никого не призываю. Просто смотрите мои ролики, наслаждайтесь, как я играю. Ставьте лайки, пишите комменты, я вам очень признателен за это. Тройка пробивается. Ля, шо творит? Сейчас мы так 200 тысяч еще добьем, доколотим. Нормал даки. Так, и еще я не играл, знаете, во что, в какой проект? В клубнику. В клубнику я не заходил тоже месяц. Тоже казик называется клубника. Вот их 4 казика одинаковых. Ну как одинаковых? У них 100 рублей максимальная ставка на линию. Соответственно, 9 линий, максбет 900 рублей. Вот это клубника. Это Эльдорадо, в которой я тут разносил буквально пару недель назад. В течение долгого времени, дней 20, я просто выносил на глушняк. Затем это вот Gold. И четвертое — это Лев. Все эти проекты у меня в телеграм-канале тоже есть. И бонусы в них тоже у меня в телеге присутствуют. Можно заходить, подчеркну, кто играет, и забирать. Там все официальное. Кому что-то не нравится, мой контент, ребят, не нравится. Не нравятся проекты, в которые я играю. Либо, не знаю, вы в чем-то сомневаетесь, то не надо писать всякую фигню, догадки. Если есть что спросить, спросите у меня в чате, в телеграме. Писать всякую фигню и получать за это, ну, баны чата в телеграме, на ютубе, нафиг это надо? Давайте лучше нормально общаться. Если что-то не нравится, смотрите лучше, я не знаю, я вот рекомендую вам с Еленой Малышевой «Жить здорово», да, передача есть. Тоже классно, можно посмотреть. Как бы там про здоровье рассказывают. Ой, ребята, еще один занос неделя. На 48 умножил, 700 рублей. Сколько? 200 тысяч. Ёпарасоте, как так? Сколько там было? Под 40 штук, да? Ошалеть. Вот это нифига себе. Вот это да. Сот рублей ставка играет, ребята. Вот так вот. Вот так мы с ним поступили. 200 тысяч. Вот тебе и Gold. На 100 тысяч сыгровку. На 40 тысяч занос на бонусе. Жаль, что проход не дало. Так было бы еще 1100, наверное, сверху. Навалило, накидало. Тысяч заберем. А зачем мне рисковать, зачем мне пробивать? Я же не в замазке, я же в плюсах. У меня крупные заносы. Зачем мне рисковать деньгами? Все же прекрасно. Ой, 10 тысяч сюда, эту бэброчку. Эта бэброчка тоже идет сюда в копилочку к нам, и эта бэброчка в копилочку. 3500. И она сюда тоже падает. Сейчас еще могла поставиться одна. Вот, пожалуйста. Не надо максбеты, да, там. Ну, это тоже максбет по седьмой линии. Но это 700 рублей. А мог бы их брать по 900.
и ничего не выиграть. А я играю по 700, и посмотрите, что я делаю. Я чистыми поднял 130 тысяч. Чистыми. Нормал даки. А вы как считаете? Ну, как минимум, это не плаки-плаки. Да, я не прошел, проход не сделал. Ну, ерунда, сделаем в следующий раз проход на бонусе. Делов-то. Я сейчас, ну, не сейчас. Я чуть-чуть попозже буду играть в клубнику. Тоже зайду в гнома, тоже по 700 рублей. И попробую там поймать проход. Потому что я буквально, может быть, сколько, дня 3-4 назад пробовал также поиграть в Эльдорадо и в гол, в этот, в лев. Я что сделал? Я зашел в лев, поднял там 100 тысяч плюс. У меня играло все линии. Шикарно играл. Просто играл великолепно, блин, слот. Я зашел в Эльдорадо, сделал депозит 50 тысяч. Вдул эти 50 тысяч за 6 или 7 минут. Ни одной бонуски. Сделал еще депозит 50 тысяч. Это все у меня прям за один ролик. Вдул и эти, этот полтинник. И потом тоже в реал-тайме сделал еще депозит 25 тысяч. Он мне что-то накинул до полтинника. Я сделал максбет, и тоже как бы они улетели, эти бабки. Вот так вот. Два проекта от одних тех же владельцев казиков. И совершенно, ну, одинаковые слоты, но играет по-разному. Поэтому давайте я все-таки... Здесь мне фартануло развалить игровой автомат гном. И я прямо сейчас из голда не побегу в клубнику долбиться. Я сделаю паузу. Сделаю паузу, скушаю твикс. Это реклама была, кто из 90-х понял. Молодым не понять это то, что я сейчас сказал. И может через часик я зайду и попробую завалить тоже игровой автомат гном, но уже в казике клубника. У меня эта неделя чисто сотки играют. Вот сыгровки на 100 тысяч. Это уже у меня третья или четвертая сыгровка за эту неделю на 100 тысяч. Представляете? В разные проекты причем. За спин. Просто спинок крутанул. Хоп, 100 тысяч. Нормалдаки. Ладно, ребята, на вывод. Настроение, чтобы не портить. 200 тысяч, кругленькая сумма, пойдет. Сейчас мы еще последний спинчик. Он не отпускает меня. А вот, отпустил. Все, друзья мои, зал игровых автоматов. Это Gold. Телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. Оставляю специально для вас сейчас там прямо вот, значит, скидку, не скидку, промик на 300 рублей без деп и на 100 спинов резидента. Это был игровой автомат Гном. Вам пожелаю здоровья, счастья, любви, удачи, мирного неба. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся, друзья. Пока.